Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3. Урок 19. Мы должны рассмотреть образец, данный в данном номере. Итак, числом 4 представлено домино, которое состоит из 1, 2, 3, 4, 4 точек. Нарисуем нужное количество точек, обозначенное числом 2. В первой пластинке домино рисуем одну точку, во второй пластинке домино – две точки. Третья пластинка домино представлена числом 6. Нарисуем 6 точек на данных пластинках – 1, 2, 3 и на втором поле домино – 1, 2, 3. 3 прибавить 3 получится 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рассмотрим пластинку домино, представленную числом 8. И нарисуем 8 точек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Точки мы расположили таким образом, как по образцу. Какое количество точек в одном поле домино, такое же количество точек и в другом поле домино. Не случайно мы нарисовали в домино 1 и 1, 3 и 3, 4 и 4. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.